Александр Кирьянский, сегодня 4 апреля 2020 года. Я вышел из здания, где Владимир Иванович Алтухов, 1943 года рождения, мне снял студию. Я ему благодарен и знаю, как его отблагодарить за те годы. Фактически, если бы не он, я бы умер уже в 2007 году в Страсбурге, когда я жил на улице в палатке. Вот сейчас он мне предоставил фактически второе политическое убежище. Может быть, и Франция мне предоставит убежище. Вот это вот место, где он мне снял. Вот здесь вот наверху. Номер. Я снимаю. Я снимаю, Владимир Иванович мне снимает. Вот. Двор.